Всем доброго времени суток. Сегодня у нас 11 ноября, канал Изимани. Речь пойдет о продвижении на Амазоне. Будет тема затрагивать исключительно момент, в кавычках, SEO-продвижения пакистанцев-бангладешцев. Расскажу о минусах, расскажу о плюсах. Этим я занимаюсь уже, наверное, около 2 месяца, достаточно плотно. Давно мы это уже слышали. Потом я это все увидел. Потом начал искать нормальных партнеров, которые будут мне помогать в продвижении. Потому что основная моя специфика – это именно продвигать товары, уже которые заведены на Амазоне. Вот. Не только я это делал, у нас как бы несколько человек, то есть мы команды работы. Вот, мы продвигаем товары по мере возможности, так скажем, своих скромных. Во-первых, хочу показать, кто еще не знает, Facebook-группа. Под каждым видео есть ссылочка, вот прямая ссылка. Переходим, вот Facebook-группа основная, здесь все целевые группы или в описании, неважно. Вот, так что, кому интересны конкретно вот эти вот направления, пожалуйста, здесь там есть в основном во всех группах админы практически, которые могут вам помочь специализированно, потому что я конкретно занимаюсь только товаром, в среднем по книгам, по дропшиппингу, вот, я мало чем смогу помочь. Так, поехали, значит, по SEO. Начну с того, что началось все с того, что мы, в принципе, об этом слышали. Мы видим во многих листингах, точнее, не листингах, а в листингах товара Амазона, что бывает такая ситуация, что там 1, 2, 3, 4, 5 отзывов продаж, там 1, 2, 3 продажи болтается на первой странице, и среди них там, среди 40 продаж в день, например. То есть, каким образом зашли? Если мы заходим там какой-нибудь Smasher, там AmazonScope, там неважно куда, мы что делаем? Мы видим, естественно, что продаж нет. Если продаж нет, мы не понимаем, то есть люди, значит, не раздавали, как они там оказались. Ну, соответственно, вот есть какие-то там серые схемы, черные схемы там и так далее. Почему так назвали? Потому что никто не знает, как это делать. Ну, уже, я думаю, многие знают, может быть, многие пользовались этим. У кого-то получилось, у кого-то не получилось. Есть разный опыт. Вот, но опять же, технологически, я думаю, очень мало кто сам это делал или фактически это уже попробовал. Вот, мы попробовали, сделали, есть, в принципе, возможность и программными способами это делать, но мы предпочитаем физически, то есть обычными нормальными людьми, как мы так подозреваем, что и те же бангладешцы наши самые, теми же самыми обычными людьми делают. То есть у обычных людей есть свои плюсы, есть свои минусы. Если они делают строго по инструкции, все нормально. Если они нарушают инструкцию в чем-то, начинаются серьезные проблемы у товара, у, так скажем, продавца, не знаю, там, вероятность бана, потому что я со многими общался, но поначалу меня это очень пугало, вот, сейчас, пообщавшись по некоторым товарам, мы уже это сделали, увидели как, ну, пока нет проблем, я не знаю, уже прошло там около месяца первые товары, которые я лично видел, то есть до этого я слышал только, сейчас я на данный момент лично видел. Но с теми людьми, которые это все делали, договориться нормально не получилось. О чем мы пытались договориться? Естественно, о скидке. То есть мы реально можем предоставлять большое количество клиентов, ну как большое там, ну десятки людей. Там не сотни, конечно, ну по крайней мере десятки точно, которые заинтересованы в качественной работе. Никого не интересует там высокий риск, там и рисковать никто не собирается. Но если люди могут прогарантировать качество работы, хотя бы там, я не знаю, как-то объяснить что-то там и так далее. То есть некоторым русскоязычным я предлагал там через канал рассказать, объяснить, что риски минимальные, почему минимально объяснить. Не надо никому рассказывать свои технологии. Вот. Но так не получилось. Англоязычными вообще сложно, потому что вроде как бы они должны разговаривать на английском, но мы пытались с ними созвониться, те люди, которые могут. И так ничего и не получилось. Вот. То есть контакта никакого, я прогнал десятки этих чудиков. Вот. Но как-то не срослось. Ну, начали это тестить, начали как бы пробовать. Реально есть результаты на уже нескольких товарах сами. То есть именно уже не то, что конкретно мы видели, а уже именно сами это сделали. Вот. И хотелось бы об этом поговорить. Первое. Хотел рассказать про недостатки. Самое важное. Недостатки – это возможность бана, еще раз говорю. Это самое страшное, самый большой риск. В этой ситуации неважно, сколько вы заплатите, $200 или 400 или 800. Ну, я не знаю, кто вам может прогарантировать, то есть кто это будет делать.
То есть, как, насколько обучены люди или там программы это делают, то есть, я не знаю. Вот. Второй момент, это про стоимость я ничего не говорю, потому что стоимость варьируется от 200 до бесконечности. Все зависит от сложности товара, соответственно, затраченных ресурсов. То есть, по стоимости, я думаю, это разговора нет. Это обсуждается индивидуально по каждому товару. Если товар сложный, цена выше, если товар легкий, то ниже. Если вы гонитесь только за ценой, имейте в виду, вероятность бана у вас повышается прямо пропорционально. Потому что качественно работать никто не будет. И я расскажу потом, почему. Ну, естественно, это ресурсы, затраченные по времени. Вот, получается у нас минусы, значит, бан, минусы качества вот этой работы. Потом, значит, что такое вообще в принципе SEO? Вот это вот продвижение. Это нагоняет внешний трафик. То есть, если вы там через внешний трафик будете также нагонять там Google или Facebook, у вас в принципе то же самое будет. Но те люди, которые к вам будут заходить напрямую без прокладки, они не будут, естественно, полезные действия совершать. То есть, КПД будет намного ниже. Вот, КПД будет намного ниже. И мы увидели закономерность, чем более качественно это делать, тем больше меньше делать посещения. То есть я вам могу сказать, даже если вот уже пробовали нагонять просто там десятки тысяч трафика, мы поднимали товар с, там, не мы поднимали, а у меня есть знакомый, кто поднимал с там 20-30 страниц до там 5-6 страниц, тупо нагнетали трафик, то есть там 15-16 тысяч за день. Ну, сами понимаете, как упадет конверсия. То есть разница в таком продвижении внешнего трафика и вот этого SEO, то, что будут левые люди заходить с новых айпишников, с новых зарегистрированных аккаунтов Амазона, будут вам уменьшать конверсию. Что делает при понижении конверсии? Естественно, все то, что растет и то, что продвигается, будет идти вверх. Все остальное будет падать вниз. И еще раз говорю, чем менее качественно сделана работа у вас, во-первых, больше посещений, эффективность ниже, и конверсия, соответственно, сильнее падает. И тем хуже связано с тем, что еще в придачу падают все остальные ваши ключевики. То есть конверсия падает. Что такое конверсия? Это количество продаж, количество посещений вашего листинга. То есть Amazon видит, что многие люди заходят, смотрят, и им это неинтересно. Ну так вот, какие плюсы в этой системе? Во-первых, если у вас дорогой товар, если маленький товар на остатке, если вам терять уже нечего, ну и так далее, и так далее. То есть, в принципе, перечислять банальные вещи бессмысленно. Соответственно, что такое и что мы предлагаем? В чем заключается качество? Мы тратим на товар 5-10 минут, ну, то есть, вот, телодвижениями различными, чтобы максимально замаскировать наши действия под реального покупателя. Вот. Мы, соответственно, как Зонбласт обещает своим супер-урлом на 25% уменьшить количество раздач. Ну так вот, мы как минимум, я не знаю, там в 2, в 3, в 4 раза с помощью качества. Я не знаю, как пакистанцы делают. То есть я лично никого за руку не хватал. Но мы за счет вот этого качества мы просто видим, что конверсия у нас падает значительно меньше. Потому что я вообще за то, чтобы гармонично продвигать свой товар. И через SEO, и через раздачи, и через отзывы, ну, через много-много-много, и через pay-per-click. То есть все, чтобы работало и включалось вовремя, тогда, когда надо. В этом вся и разница. Каждый думает, что раздавать легко. Не зря Зонбласт берет такие с Веролинчем такие бабки. Ну так вот, мы предлагаем на данный момент, кому это интересно, такое предложение. Сейчас мы набираем тестовые варианты, несколько товаров, не очень сложных, что такое? Ну, это первая страница в день продаж, ну, штук 30 в среднем. Вот, потому что мы как бы надрываться не хотим, посмотреть. Продвижение будет стоить $200. Вот, показывать ничего не надо будет просто сделать потом отзыв, видеоотзыв. Там. Больше ничего. То есть реально, что вот там, я думаю, в принципе, кто смотрит канал, думаю, доверяют мне просто... бессмысленно смотреть и вообще, о чем я тут говорю. Вот, я беру деньги вперед, не собираюсь ни за кем бегать, уговаривать, я буду являться гарантом. Те люди, которые это продвигают, если они не продвинут топ-5 и не удержат вас в течение 7 дней, соответственно, денежки я возвращаю полностью.
То есть, ну, никаких проблем я не вижу, то есть я и буду являться просто гарантом. Мне никаких денег не надо, мне нужно реально также подтверждение результатов. Чем больше я вижу результатов, то есть я видел, несколько товаров мне показали, теперь я хочу посмотреть еще несколько товаров. То есть мы планируем, ну, там, я не знаю, 3-5 товаров. В будущем будет это все дороже стоить. Почему, объясняю еще раз. Потому что за счет качества конверсия будет падать меньше, а вероятность бана будет значительно уменьшена, просто капитально. Ну и как бы люди гарантируют, они объяснили мне реально, как, что и почему эта вероятность падает значительно. Потому что максимально маскируют действия под реального пользователя. Максимально. Плюс нет таких косяков, например, элементарных, просто там, я не знаю, индус забыл IP поменять. 5 раз, там, 10, 150 раз за день зашел на ваш аккаунт, чтобы сделать, добавить там в этот, как его звать, виш-лист, чтобы добавить. Просто IP забыл. Ну и, соответственно, это палево жестко. Вот. Здесь как бы мне объяснили, почему этого не будет, как не будет. Естественно, гарантии никто дать не может, потому что я еще раз говорю. Забанить могут за что угодно. Конкурент может пожаловаться на вас там. Ну, короче, неадеквата от Амазона достаточно. Вот. Но еще раз говорю, по крайней мере, в этой ситуации я наконец-то, то есть я на это потратил 2 месяца конкретно. То есть начиная от слухов, которые я услышал, наверное, в августе. Вот сейчас у нас уже что там, ноябрь, значит, не в августе, значит, в сентябре, значит, октябрь. Сентябрь весь, октябрь. Вот уже только этим и занимаюсь. Именно потому что моя специфика продвижения для меня важен не заработок на конкретном вот этом SEO, то есть в любом случае мы будем работать над скидкой, но опять же, все будет зависеть от количества людей. То есть мне как бы эти люди только этим занимаются недавно, то есть просто просчитали, прочитали, увидели эту тематику, то есть те же эти программисты, то есть они посмотрели все, что как что, так скажем. В принципе, кому интересно, напишите мне в личку, в любом случае пообщаемся, какие нюансы будут, вопросы, я на все отвечу, вот, потому что я уже вот на это убил 2 недели, конкретно вот с этими чуваками, посмотрим, еще раз говорю, гарантии я личные даю, так что деньги никуда не денутся, товар ваш не увидит никто, вот, ваше только будет задание, просьба, просто по видео, вот так же по скайпу расскажете, что да, продвинули. Ну, не продвинули, тогда и говорить особо нечего будет, я видео просто скажу, не срослось. Вот, в принципе, все. Думаю, есть какие вопросы под комментариями или в Facebook-группе. Так что всем удачи, всем пока, лайки, дизлайки, все как обычно, вступайте в группу в Facebook. Всем удачи.